бывает. Я тебя ждала очень. Я постаралась днем выполнить все дела. И поэтому я совершенно свободна. И уже ни на что не буду отвлекаться. Буду только с тобой. Да, я помню, что я обещала сделать тебе макияж. Что у тебя сегодня планы на вечер. Кстати, ты обещала мне рассказать, что у тебя за планы. Нравится? Ну, в общем, мне очень важно твое мнение всегда, но ты знаешь. Подарили такое потрясающее кресло, мягкое, бескаркасное. Но вообще сейчас это очень популярно, может быть, ты слышала, да, знаешь. И в общем, это такой потрясающий отдых вот в этом кресле, как ты просто сидишь в нем, уже отдыхаешь. Пойдем, я тебе покажу его, ты будешь сидеть. Макияж. Хорошо, пойдем. Вот оно, это замечательное чудо-кресло. Оно мягкое, оно наполнено большим-большим, просто огромным количеством маленьких шариков. Когда садишься в это кресло, пользоваться. Ну, как-то удобно, что ли. А еще они просто имеют потрясающий, ну, запах. Может быть, это кажется странным, но для меня такой крупный
BB-крем, он, цвет у него light, и я думаю, что к твоему цвету кожи он идеально подойдет. Да. Я немножечко наношу, наношу на руку и потом уже кисточкой наношу, буду наносить тебе на лицо. Да. Давай. А ты, кстати, обещала рассказать, куда ты пойдешь, куда ты собираешься идти. Прям такая тайна. С чего это вдруг? Ну ладно, если потом все получится, что ты запланировала, расскажешь. Расскажешь, да? Все были мелочи.
принести базу тебе навеки под тень. Мне так нравится эта упаковка. Она такая, знаешь, матовая. Все не просто так. Да. Так. Ну вот. Тени. Да, чтобы стрелки. Никак не получалось. Вот никак. Здесь, по-моему, только подходит практика. А вообще, знаешь, у всех разная форма глаз. И по-разному нужно всем рисовать стрелки. Счёточку этой туши.
Вот она моя. Пудрим носик. С этой